А теперь информация телеканала «Панорама ТВ», который входит в медиахолдинг «Тверской проспект». Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить документы для утверждения в России Дня госсанэпиднадзора, сообщается на сайте правительства. Праздничные даты предполагается сделать 15 сентября. Именно в этот день, в 1922 году, Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет о санитарных органах республики. С тех пор работники санэпидслужбы считали этот день профессиональным праздником, хотя официально в общероссийский перечень праздничных дат его не включали. Теперь этот пробел будет восполнен, отмечается в релизе.